Средняя школа села Большой Яс – единственная в Пензенской области, которая располагается при храмовом комплексе. В середине прошлого столетия под образовательные нужды приспособили здание, возведенное в 1661 году как мужской монастырь. Чуть позже здесь появились несколько пристроев, в которых сейчас и проходят уроки. В старых помещениях располагаются спортзал, столовые и мастерские. Само здание уже пришло в негодность, поэтому вопрос сейчас стоит вот так остро, как никогда. Я благодарю, что губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко обратил на нас пристальное внимание, что этот вопрос решается, и, наконец-то, мечта становится явью. Проектно-сметная документация уже готова и прошла экспертизу. В двухэтажном здании будут спортзал, столовые, учебные классы и лаборатории, библиотека, лифт для маломобильных учащихся. На территории школы разобьют собственный сад. Справа лаборатория будет по химии. Справа лаборатория, робототехника. По биологии, робототехника, да, конечно, в рамках и основного образовательного процесса, и дополнительного образования. Также мы переговаривали уже, собирали большое совещание в Министерстве образования Пензенской области. В рамках всех спортивных площадок дефицита со спортивным инвентарем не будет. Давайте конкретную дату определим, когда уже мы выходим на стройплощадку. Стройплощадку до 8 марта. До 8 марта выходим на стройплощадку. Ну, желательно побыстрее. Тогда уже к концу года школа в селе Большой Яс может быть построена.